Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня корзиночки из риса с курочкой в соевом соусе. Итак, вам понадобится рис около 1 стакана, и я его буду наполнять овощами. Во-первых, это будет морковь. Ее нужно будет порезать довольно-таки мелко. Следующим ингредиентом, который отправится к рису, это будет лук. И остается нашинковать зелень. Остается вбить 2 яйца. Соединить все ингредиенты. И готовьте форму для кексов. Теперь наша задача распределить рис по формочкам так, чтобы получились корзиночки. И дальше отправляем рис запекаться при температуре 180 градусов. Находиться в печи он будет около 30 минут. И пока же займемся курицей. Режем курицу на небольшие кусочки. Ориентируйтесь на саму форму корзиночек, которые у нас пока находятся в духовке, чтобы потом можно было их наполнить как раз кусочками курицы. Теперь курицу отправляем на сковородку поджариваться. Дайте ей пару минут, чтобы она схватилась. Обжарьте с каждой стороны хорошо. Итак, к поджаренной курочке я добавляю соевый соус. Буквально столовую ложку. Чайную ложечку уксуса. Добавляю имбирь и чеснок. Еще присыплю перцем. Даем курице какое-то время протушиться в этих приправах. В самом конце, когда вы понимаете, что курица уже готова, добавляем сок половины лайма и присыпаем кунжутом. Даю еще минутку обжариться, и, в принципе, курица готова. Осталось дождаться корзиночки и наполнить их курицей. Как только корзиночки будут готовы, дайте им некоторое время, чтобы они остыли, а дальше наполняем их поджаренной курочкой. Раскладываю в каждую корзиночку. И можно добавить еще немного зелени. Ну вот и все, блюдо готово. Приятного аппетита!